Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Вот сегодня забирает Шурочку. Уезжает она. Здесь рядом. С нами остается Спиридончик и Лирочка. Ее забирает Маша, увозит здесь, 15 километров отсюда есть такой город Кропоткин, он даже не 15, раньше, в общем, я волнуюсь, поэтому такое, может быть, не связанное что-то такое буровлю. Будем провожать. Сказали хозяева, что потом, попозже снимут, пришлют, как она там устроилась, все, в ожидании, будем, где там у нас? Эй, Спиридончик! Сейчас переключу камеру и пойду туда. Там уже его собрали, коробочку нашли для перевозки. Пледик Жорик свой выделил. Пошли провожать Шурочку. Что, Маша забирает, говорит, меня не надо снимать, она, не любит. Вон пошла, коробочку понесла, а Шурочка уезжает, Шуренка. Виктория сейчас ее понесет к машине. Скажи пока, хозяин. Пока, давай. Новые хозяева сказали, что будут присылать фотки. Видеоотчеты. Ты аккуратненько открывай. Такой волнительный момент. Марсик, не заплачь. Марсик, пусти слезу. Все. Шурочка поехала. Здесь она рядышком будет по месту. Все, пока. Все, уехала твоя племянница. А твоя доченька уехала. И что ты? Что вы хотите? Колбасы? Что вам еще дать? Заходите, ладно. Пошли. С дядей поздоровайтесь. Так, пошли колбаски. Мне сказали, что колбасу хорошо ножницами резать. Мирка, я вам, как вам это сказать? Я даже не знаю, как это выразиться. Как этот повод обычно обмывает там или отмечает. Уехала наша Шурочка. Вон, слышите? Сейчас Виктория идет. Подождите. Вон она. Я колбасу держу. Сейчас она придет. Угостим вас. Жорик в Краснодаре. А потом и тебя заберут, Спиридончик. Сейчас придет. Хозяйка, спросим. Все, Маша забрала. Все, отправили. Возьми ножницы. Вон там, возьми ножницы. Мне тут советовали. Держи. Отрезай. Еще одну отрезай. И вот эти пленочки сними, пожалуйста. Дяде Марсику дам уже, ладно. Племянницу проводил, слезу пустил. А Мирочке, ладно, тоже. Такая маленькая компенсация. Да, она счастлива. В какой-то степени она счастлива. Они ее тоже достали. Малеха.
подросли, и, конечно, уже тяжело. Но сейчас уже легче будет еще. Вот теперь уже двое осталось. Мир! Ну, давай тогда на улицу. Ах, надо было... Эх ты! А теперь ты их не выпроводишь на улицу. А колбаса уже закончилась. Марсик, ну-ка быстро выходим. А там же еще этому. Марсик! 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 Кому сказал? Ага. Так, покажи ему. Ничего ему не надо показывать. Выходи. Иди давай. И ты иди. А ты куда? А ты что? На, мне еще лирику дай, отрежь одну ножничками. Пленочку сними. Так, а это Жорик вот это пусть в холодильнике лежит, приедет. Ты лирику кабана должен за такое счастье. То он, наверное, там плакал каждую ночь в будке, что, блин, еще три рожи бульдожьих. Плакал, плакал, на конечно. Его шкуру. Лирик! 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 А Лирик, наверное, в саду. Лирик! Лирик! Нет его. Он в саду. Ну и что, вы думаете, я ему не дам, а вам дам? Нет, так не пойдет. Придет он вечером, я ему отдам. У нас справедливость. А у него двойная радость. Одним бульдогом стало меньше. Нет, сюда положи. Вот так. Все, пусть радуется Лерочек. Ему хоть какая-то компенсация будет в виде вот такой колбасы. Это минус, а мы сделаем вот так, плюс. Вот уже вечер наступил, сосиска дождалась, Лерочка. А вам не будет, вы уже съели днем. И ты, Мирочка, съела днем. Пойдем, Лерочек, мы с тобой куда-нибудь прогуляемся. Или вот так. Он поднялся на самый-самый верх. Он же повыше вот, эти коротконогие. Да он-то тоже коротконогий. Но у него за счет того, что длинный нос, эти не достали, а Лирик достал. Все, Лерочек, это от Шурочки тебе привет, понятно? Теперь она будет жить в другом месте, и на одного бульдожка в нашей семье стало меньше. Ты расстроен или рад?